рекомендовано Минздравом в качестве препаратов хорошего настроения. Сегодня я вас всех разыграю легко, весело и добродушно. Закажу розыгрыши Диме Чекалкину. Приготовить всем телефоны. Отлично! Всех вас по телефону разыграет Дмитрий Чекалкин. А потом мы эти розыгрыши послушаем на застолье. Но я вам об этом не говорил. Праздничные вы мои. Алло. Простите, я могу услышать Александра Домогарова? Это кто? Александр, это Виктор Колесников. Должен был Николай передать вам сценарий. Только что мы закончили переговоры. Я могу вас поздравить, Александр. Студия «Глоба» утвердила вас на главную роль в «Жестокой балладе». А это что такое? Я не знаю, не в курсе даже. Вы не получали от Егора Николаева? 16 серий. Вы представляете, студия «Глоба» планирует синдицировать нас на 16 стран. Вот так, без такого эпатажа. Еще раз. Александр. Студия «Глоба» планирует. Да. Я только могу доверить актеру вашего диапазона, вашего масштаба и темперамента главную роль в этом сериале. Вы не получали, там же художественный замысел весь был в нескольких поэтических строчках. Подождите секунду. Да. Нет, я не получал ничего. Ну как? Вы знаете, у меня сейчас спектакль. Буквально две строчечки, Александр, смотрите. Да, по пути скорее в Гвинею. Очарованный цветом волос в молодую портовую фею. Как мальчишка влюбился матрос. Говорил, что не может без феи, что он лучше покончит с собой. А повсюду цвели орхидеи. И котенком мурлыкал прибой. Минул месяц, и парусник снова бросил якорь у памятных скал. Свою фею в объятиях другого потрясенный матрос увидал. Два ножа из манчестерской стали, зазвенели, как выводок ос, и покрытые кровью упали. Тот другой и влюбленный матрос. Фея низко склонилась над ними, тот другой был убит на повал, а матрос, прошептав ее имя, прямо в сердце вонзил ей кинжал. Он всю ночь просидел возле феи, а при свете зари поутру полпятнул возле феиной шеи, опознал в ней родную сестру. Через месяц матроса судили, и почтенный седой прокурор настоял, чтобы оставили в силе наихудший из всех приговор. А когда к небесам отлетела из матросского тела душа, прокурор, обозрев это тело, вдруг узнал своего малыша. Эти губы и волосы, эти губы и волосы, эти он не видел 14 лет. Прокурор заперся в кабинете и достал из стола пистолет. И до краев, переполненном в зале, возле гроба с 5 до 7 погруженные в траур стояли сослуживцы и члены семьи. Вдруг монахиня вышла из круга с выражением тоски на лице, потому что узнала супруга в том лежащем в гробу мертвеце. И утратив контроль над собою, с похорон воротившись назад в медный кубок дрожащей рукою нацедила припрятанный яд. Удивлен был надменный прохожий длинным рядом похожих могил. Вскрыв очечник шагреневой кожи, он пенсне на себя водрузил, имена прочитал воровато и мгновенно утратил всю спесь, так как дети его и внучата вперемешку покоились здесь. Коротать безысходное горе в одиночестве путник не стал. Он заплакал и бросился в море с прилегающих к кладбищу скал. Какая грустная история. Александр. Я не знаю, как я сегодня пойду на сцену. Я знал, что я найду ответ в вашей поэтической душе. Да. Спасибо большое за звонок. Спасибо большое. Талантливо подыграли, Александр. Всего самого доброго. Держите улыбочку шире. Пока. Пока-пока. Как известно, смех продлевает жизнь. Ну так что, друзья, продлевать будете? Если да, заказывайте веселые розыгрыши по телефону в Киеве 253-253-2. Алло, слушаем вас.